Один из самых интересных сортов, один из самых моих любимых, корейский длинноплодный. Выращиваю 4-й год. Плоды розовые, удлиненные. Большинство плодов с таким всегда изогнутым носиком, как крючок. Вот, смотрите. Просто неописуемо красивый сорт. В форме перца. То кому он напоминает перец? Сосулечки различные. Положим сейчас. Посмотрим его вес. 165 грамм. 171 грамм. 156. Куст высотой примерно 1,40 м. Плоды розовые, мякоть мясистая, сочная. Подойдет сорт для консервации, салатов. Сорт средний ранний в этом году. Вот, как видите, его шпалера. Очень много плодов. Неплохой урожай получаем ежегодно. Используем для консервации, для употребления в свежем виде. Вот его зеленые плоды. Это спелые. Взялся, отваливается. Вот, как видим. Красавчики. Тоже рекомендую. Это мой любимчик. Многие, кто покупал семена этого сорта, у меня радуются урожаю и вкусу. Отличный сорт. Всем рекомендую.